все равно. 9:20 время на полете. Просим вас оставаться на своих местах, застегнуть ремни безопасности до включения светового табло. При выходе из самолета... Такой цивильный аэропорт сделали. Прям молодцы. Вот наш рейс. Так, ну что, я уже жду выдачи багажа. Очки запотевают от маски. Ничего я не пью, я спал. Давайте вам покажу столбы картины. Смотрите, я здесь был. Очень красиво. Красноярские столбы. Природа, конечно, вообще космическая. Так, ладно, все, ждем багаж. Че ревешь-то? Не реви. Как мало для счастья. Ну как мало, блин. Все, ты в Тунгуску сегодня не идешь? Нет, иду, конечно. Теперь смешарики будут одно наслаждение, смотри. А, то есть из-за смешариков, ты говорил, для учебы. Ну еще для учебы. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Правильно, Тём. Ну это учеба. Лучше смешарики посмотреть. Не, дома раскрою, что зачем сейчас начнется вылетать сегодня бумажки такие. Что, Тём, двор, милый двор? Да, самый красивый. Пойдем. Мама, не бойся. Я тебя не снимаю, мама, не бойся. О, господи. Смотрите. Ну, так, господи. Мам, много не надо. Это ваш? Нет. Я когда захожу, выхожу. Смотрите, у меня картинная галерея, как в лучших жилых комплексах. Цветочек. А это не мой цветочек? Нет, нет, нет. Я знаю вас. Я за дверью, все мое. Лиза. Лиза. Лизочка. Лиза. Смотрите, какая у них тут красота. Привет, малышка. Привет, Лизочка. Ты что такое? Лизочка. Лизочка. Да что, все, да я разденусь. Да все. Ты киса. Да что такое? Ну что, мой сладкий ребенок? Худенькая ты такая. Зуб болеет. У нее эпилепсия. Язычок закидывает, видите? Так, котеночек, видите? Тёма, что ты ругаешь? У меня вообще-то влог снимается. Чего? Игрушек? Ну покажи. Вот, знаешь, это, да? Господи. И что? И ты тоже в этой ерунде сидишь? Тём, а это что такое? Снайперс. Что делать? Вот так? Вот так сжимаешь, чтобы он прилип. И потом с другой стороны нажимаешь все. Ну, мне кажется, я с ним каждый день вот так ходила, нажимала, мне кажется, он уже все перестал выключить. Вот. И с другой стороны нажимаешь вот так. И Simple Dimple. Simple Dimple? Да, ну его просто чесал вот так. Тебе нравится, да, это? Ну, нравится. Развлекает? Угу. Кто там у тебя еще? Это мой скетчбук, я рисовала сейчас, когда у меня. Рисуешь? Ну, я раньше рисовала, когда настроение было. А сейчас, что сейчас с настроением? Я не знаю, до времени будет рисовать. А чем ты занят такой? Чем ты такой деловой-то? Паренек. Так, короче, пойдем жрать. Тёма, а подключи мне Wi-Fi? Да, потом. Тём мне подарил книгу, посмотрите. «Путь к успеху, YouTube». Тём, ты мне перескажешь?
Ну, чтобы не спойлерить, лучше ее самому прочитать. Все правильно, не спойлерить, да? Спасибо. Я буду самый крутой блогер, да, Тём? Угу. Пойдем, поедим. Боюсь. Не бойся. Сейчас будем кушать. Давай будем кушать. А? Мама боится, что я ее снимать буду на камеру. Мама, не бойся. Двор. Милый двор. Такие дома стали маленькие. Мне казалось, что раньше такие большие были. Да, чё? Смотри, какой стакан купил. За 120 рублей по скидочке. По скидочке? Да. Тоже по скидочкам, как другой блогер. Да, да. Так, на чемодан открыть. Так, чайник надо заменить. Где Вика говорит, ну вот, вот, ты видишь, подкрашивала. Вика жаловалась. Она отвалилась тут вот эту кнопочку. Тёма сломал? Нет. Мама, чуть не разговариваешь? Я боюсь, что ты не снимешь. Не бойся, не сниму. Так, ладно, пойдем поедим пока, чё? Пойдем. Лизо. Лизочка. Вот божечка, козелочка, да, такой. А. Я вчера специально не выспался. Я уснул специально в 4 и проснулся в 8 утра. Чтобы для чего? Специально не выспаться и завтра раньше лечь спать. Мужчина. Понял. Сашечка, какой серенький. Да, Лизочка? Лизочка, давай вместе. Лиза, ты посмотри на эту бейбу. Ты посмотри, какая она красивая. Смотри, смотри, какая кнопочка. Вот Тём, ну давай, открывай. Ай. Аккуратно. Так. Как он там? Серый космос? Серый космос, да. Так. И тут так. Зарядочка. Что там входит? И зарядочка. Зарядка? Вилка и... Угу. Так, ай. Сейчас будем планшет. Пахнет до нового. Айпадовский звук. Аккуратно, давай, блядь. Пылинки. Понимаешь, да? Надо чехол пойти купить. Да. Ты деньги накопила на чехол? Сбоку, деньги? Наверное, Тём. Нет, вот тут сверху. Сверху. Он нарастевший. Надо ставить... А, нет, что-то включается. Лепота, да? Hello. О, привет. Под, внизу. А где как дела? Внизу. Подожди, подожди, подожди. Вот. Русский. Выбирай. Раша. Раша. Родительская спальня. Когда-то это была Викина спальня. Секс я вам покажу, брата. Они тут переделали все, слава богу. Мне кажется, даже сделали лучше, потому что было, конечно, у них тут так загромождено все. Вот мой брат родной с девушкой своей, Катькой. В Сочи это они. Или в Адлере, ну где-то там. Андрей занимался спортом. Такой был на спорте. Сейчас покажу. Вот тоже это в техникуме он. Это вообще, это помоложе он был. Это его группа. Барабанная дробь, блядь. Сука, вообще. Это лет... Ну тут все такие, как на париках.
Так, Свет, не буду я вам это показывать, а то вы от меня отпишетесь. Так, все, мои хорошие. Московское время 5 утра, здесь 9 утра. Я очень хочу спать. Я хочу поспать минут хотя бы час. И потом мы поедем с Викой, с Артемом в торговый центр. А в 3 часа мы встречаемся там с Викой. Вика сейчас на работе. И в 3 часа она подъедет к нам в торговый центр. И мы начинаем тусить. Поэтому мне нужно поспать. Будем спать, да? Мам, не бойся, не бойся. Только, пожалуйста, только я не делаю ни голос, ни ничего. Прекрати голос. У тебя прекрасный вам голос, бархатистый голос. Все, не будет тебя видно. Тём, давай, первый лук. Ну, Тём, кстати, знаешь, что можно сделать? Мама, на, подержи вот так вот. Подожди, не бойся, мам. Вот так вот держи. Вот так вот закатывай, как я это делаю. Они не будут тебя так вот, знаешь, как колокольчиком торчать. Ага. Вот на два раза, на один раз и на второй раз, ага, так вот делай. И так. А тут так же делаем, да? Да. Так, тогда всё, и потом можешь и их в штаны засовывать. Да. И можешь в шорты так херак-херак, если там так? Надо пробовать. Распусти. Во, модный парень на деревне. Отлично. Давай дальше. Лук номер два. Прикольно. Ну давай так же сделаем. Подожди, мам, держи. Подожди. Ага, держи. Подожди, тебе откроем, это твой размер. Чтобы никто не знал, что у тебя эска. И так же делай. Кстати, китайские эти рукава меня не бесят такие. Вот так вот они круто смотрятся. Стирать будешь, здесь ты их расправишь. Подожди, стой, сюда вернись. Я тебя посмотрю со стороны. Отлично. Это же резко или эмка? Подожди. Все правильно, Айс, отлично. Вот сзади посмотри, какая у тебя красивая. Да. Чупакабра. Давай. Вот теперь медь Прада. Подарок от Игоря. Это эти, с покемонов. С Покемон Го. Красавец. А ее не надо закатывать, она так вот будет. Её, да. Она красивая прям вообще. Ага. Красавчик. Игорь, спасибо большое. И за iPad, да? И за iPad тоже. Ну отлично, все супер. Да. Молодец. Чики-пики. Все. Стоп, снято, да? Да. Выбирай себе лучок на сегодня. В чем пойдешь? Ждем маму. Так как у меня светлый шок, ты светлый. Отлично, футболка. Молодец. Да. Молодец. Думаете, на ножике? У нас снова заход за стол. Тём, присаживайся, что как в гостях? Нет, это сломанный стул. А? Нет, это сломанный. Вот, смотри. Ножка. Угу. Что за крошки? На нем никто не сидит, он уже запылился. Пока мама не видит. Мамино руководство. Вот это творчество. Это мы с Бобом вместе плели его. Вместе? Да. Я цветочки плел, а она, ну, в основном, мать плела. Творческие люди. Мама, это ты делала розу? Угу. Это из этой какого? Камушка. Это нам дарили, и мы вместе лепили. Кого я купила в этом?
как его? У вас только истории не совпадают. Я подумал. Что у Вики? Ну, так убил. Смотрите, маме соседка подарила доску в Паторе. Скажите, а всем привет. Всем привет. Молодец. Приятного аппетита, кто кушает. Да ты мой хороший. Смотрите, у мамы увидел. Как открыть вот эту штуку? А, вот. Аккуратно. Смотрите, какая есть фотография. Узнаете? Это Рита Дакота. И я. Это год 2017 или 2018. Ой, 2007? Подожди. Да, 7 или 8. 2007 или 8. Да-да-да. Это Андрюха. Тоже в Сочи или в Адлере, где он? Вот он же с девушкой. Так. Кстати, Ляля, давайте я покажу прикольную штуку с кнопками. Телефон есть, телефоном. Все, подожди. Тоже Андрей. И вот еще дядя Андрей. Вот Андрюха. Красавец. Ты тоже в Сочи? Ну, Адлер. Все путем. Еще тоже есть. Это я. Сейчас тебя обкажу. Вот. Это не я, это Андрей. А вот этот мелкий. Это я. И еще вон, смотри. Чиканырик маленький. Вика, тетя Галя. Это Женечка, Тёма, Вика. Замученная такая, новорожденная. Видно, что не спала ночами. Да, тут я еще перевитым носом. Тёма. Это мы с бабой ехали в парк, ездили точнее. Тут еще есть фотографии. Сейчас покажу вам нашу большую компанию. Вот это я с Тёмой. Ой, я, кстати, помню, в год ты... переезда в Москву. Вот так я переехал в Москву с таким внешним видом. А я помню, как ты, когда прилетал, Вок снимал, ты говорил, какой я тут уродец. Помнишь? Я про себя, не про тебя. Да, я не говорю. Что? Он с тобой разговаривает, мама. Это не про, не про тебя, ты чё? Нет, я говорю, что ты говоришь. У нас такая была огромная компания, это вообще еще далеко не все. Вот, господи. Как звали-то этого? Мама, как звали, кто в Германию уехал жить? Дереваня? Нет, из друзей из наших. Вася, точно, Вася. Вот мой брат был в аварии вместе вот с этим парнем. И парень остался жив, а брат погиб. В одной машине они ехали вдвоем. Это я, это дядя Ваня, мамин родной брат, он живет в Германии. Это Сашка. Брат наш тоже в Германии живет, ну это Андрюха. Такие дела, девочки. У них, смотрите, еще одна комната. А где все игрушки? А игрушки мы утащили. Вы утащили, а те, которые я тебе привозил? А, вот они стояли. А-а-а, смотри мне. Тёме возил. Баба мне говорила, типа, продайте игрушки. Я говорю, ни за что я их не продам, не с Москвы. Па, ну всё-таки, кто их привозил? А что, не катаешься на этом гидроскутере? Или а я его заряжала, его запустила. А, это не гидроскутер, как он называется? Гироскутер. Короче. Джанго есть. О, а что, голубь? А, тут бутылка. Так зелень разрослась вообще, пипец. Ой, аж прямо это бирюзовая роща, это вообще не было. Березки молодые. Кстати, вообще, знаете, что я хотел изначально вам показать? Это я посадил семечку из апельсина в детстве. Прямо из апельсина посадил. Посмотрите, какое дерево. Уже такие стволы, прям такие серьезные. Ой, молодой побег. Видите? Это я в детстве. Не знаю, сколько мне лет было. Кинул семечку для прикола. Но я любил всю эту ерунду повысаживать. Теперь вот такое дерево огромное. Это вот это надо сломать, это уже умерло.
Это уже здесь не будет жизни, это сейчас я вам все помогу, сделаю. Ага. И вот это надо сломать. Я постоянно ухаживаю. Вот это поливать не надо, это надо сломать. Это зря я его целую неделю уже поливаю. Его надо было раньше поливать. Ну, что за, это от колбасы, что ли? Не знаю. А принесите вам ножницы большие какие-нибудь. Давай, давай мы сейчас отрубим с тобой. Вот. Сейчас мы наведем с тобой порядки. Надо... Секатор. А есть секатор? Секатор надо. Ладно, надо дальше ехать. Ты подожди. Поставлю на тобой. Секатор. А, Лёля, я знаю, как ее отрубить. Я лайфхаки в ТикТоке видел, там брали маску и так шик-шик-шик-шик. Какую маску? А обычную. Брали вот там шик-шик-шик, и она распиливала. Тоже надо отломать. Подожди, мне кажется, нас там не видно. Чего мы тут вообще снимаем? 4%. Мама, а что вы дерево не отламываете? Это такое. Оно такое сына было красивое, а мы где-то в мае, ой, в конце апреля доставали картошку семенную. Я сюда поставила картошку семенную, а к Вике перетащила. Тогда нужен. Да, и он ей стал погибать, побыстрее опять сюда. Он такой был уже красивый. Он был, что солнце не попадало на него. Это что-то, а увидите, как он посох, не политый был, он обсох у нее, и он пошел сыпаться весь. Дочь, говорю, ой, какой здесь он был, пышный-пышный. Тёма, тебе дают, ты его отнеси. Так ты его попадаешь. Подожди, сейчас. Так он такой был красивый. Вот опять стал пушиться. Комнаты у Вики никак цветы не живут. Он такой был красивый, Вика. Какой он был красивый, какой стал, я бы не говорил. Надо сухие убрать, чтобы энергию свою не тратил на него. О, здесь прям это... Вот какой он красивый ожил здесь прям. Такой ствол. Он вообще был такой красивый, ты видел бы. Я первый раз его увидел, такой лохматый, красивый. А поставили ей, сюда картошку поставил, мне больше некуда было. И все. И он у ней пока пошел сохнуть. Я каждую неделю звоню, цветок поливаете, цветок поливаете. Ну как каждую неделю? Дед говорит, помню, что каждую неделю. Дед говорит, я в среду поливаю и в понедельник. Так пахнет лимоном. Да? Угу. Ой, это лимон. Подожди, это лимон. Да. Это лимон был. Лимон. Ну что это еще понимать? Он такой был. Ой. Какой лохматый, красивый. Мне кажется, он был выше гораздо. Да, у Вики все испортился он. Капитально. Он там был... видишь, поставили ствол, там солнце не попадало на него, у него питаться этим. Он так распушился. И говорит, ого, какой красивый цветок стал. И все. И он сейчас нет. У нас живет, сейчас кстати, все уберем лишнее. А что, подпорочку какую-нибудь у вас не... А, или не надо? А и так он живет. Я сейчас делаю. Тогда он с там держится. И все. Это как, вы испортили в комнате, увидите. Он был такой... А вы его уже тут пытались подвешивать, да, судя по всему? Да, он был, знаешь, какой? Ой, вот, я говорю, он был в том году выше. Кто там? Деда. Мазер! И пошла. Мам, ты в кадре. Мама, не бойся. Че, Вика? Это от Игоря подарок. Вика, это тебе от Игоря. Ой, моя зайка знает, что мне подарить. Все. Игорь, я тебя люблю.